На территории Кемеровской области участились случаи дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Город Междуреченск также пополнил давно статистику. На территории города случались дорожно-транспортные происшествия. Одно из последних дорожно-транспортных происшествий произошло 17 числа, где на нерегулируемом пешеходном переходе пострадал ребенок 14 лет. Одно из сопутствующих факторов, которые способствуют возникновению дорожно-транспортного происшествия, это отсутствие светоотражающих элементов на одежде и сумках пешеходов. Необходимо предостеречь водителей, чтобы они не покидали место дорожно-транспортного происшествия, участием которого они являются. За оставление места ДТП административный кодекс предусматривает ответственность в виде лишения права управления до 1,5 лет или административный арест сроком до 15 суток.